Добрый вечер, играю на планете против мастера Вячеслава Витика. Тренируюсь перед турниром видеоблогеров. Комментировать и играть одновременно получается, разумеется, ужасно. Пытаться мне это не мешает. Ферзь b3, конь c6, вот этот модный вариант. Вроде как белый здесь получает перевес, но с другой стороны в блиц приятнее играть с инициативой. Да, e5, конь f3, слон d6. Пешка на b7 потерялась, но, наверное, контр-игра неплохая, слон e2. Можно пойти e4, ну, не буду спешить. Если белый сыграет 2 ля, вот туда уже e4. Опять же, можно играть по-разному. Попробуем просто ферзь e7. Не совсем, правда, понятно, тут идея. Ну, попробую ладья f на c8, придавить ферзевый фланг. На королевском фланге это уже есть преимущество пространства. Вот конь довольно удобно для белых лезет туда, в район поля e5. Что делать? Конь на a4 временно нестабилен, но ничего из этого извлечь, кажется, нельзя. Попробую, конечно, но вряд ли это что даст. Надо е просто ферзь e5. С двойным ударом на a4 и на мат. Я ожидаю хода коня c5. Коня c5 сыграно. Что тут делать? Совсем понятно. Теперь же висит полноценно на e5. Не знаю, возможно, есть ход у черных слон g4. Он был бы стратегически выгоден, наверное. Попробовать, что ли, слон g4. Ладно, сыграл слон g4. Да ферзь e5, g3, взяли. Да, там у черных неплохо. По ощущениям. Белые могут просто f3 сыграть. Не знаю, к чему это все приведет. Не рискнул соперник сыграть f3. Может быть, зря. Может быть и нет. Можно взять, сыграть конь d3, забрали, слон h2, конь g4, ферзь g5, непонятно. Ладно, значит, просто побью, сыграю конь c4. Немножко это не то, что хотелось, но времени нет. Обычно проседаю сильно. На часах. Попробую h5. h5 не туда ход. Очень уже видно, что не туда. Надо было слон c7 наиграть. Ладно, с опозданием сыграю слон c7. Да, f4 надо брать. Ферзь, ладья f3. Я f3 ход даже. Ферзь d6 все равно. Сзади пытаюсь пролезть туда. Ладья f4. Ладья f4, ладья e8. Кстати, пешка d3 довольно слабая. Допускает ферзя на h2. Ничего не боится соперник. Удивительно, если честно. А точно ли там ничего не будет ему? Если попробовать сначала конь e4, что произойдет? Теперь шах и d-e. Если ладья уходит, то слон g3 мат. Видимо, черные остаются с лишним качеством, если я ничего не зеваю. c4 есть ход, но там просто e, ферзь g3, ферзь g2, ферзь g6 защищаясь от всех угроз. А, на ферзь c4, прошу прощения, слон g3, конечно, наверное, проще выигрывать. Могу ли я извлечь как-то больше выгоду из этого, то есть сыграть еф, и вот тут вот как-то заманить под вскрытый удар белых? Не очень пока понимаю, как. Может быть, и могу. Надо было ферзя забирать, если честно. Тут что-то не видно, как решающее продолжение атаки. Поторопился. Очень сильно. Ладно, ферзь g3. Ферзь g2. А тогда взял, слон g3. Лишние два качества. У белых много пешек, но лишний материал должен сказаться, конечно. f6. Прихватываю эти пешки, чтобы они сильно далеко не ушли. Да, ладья e8. Нападаю на e4. Конь d2 есть у белых ход, который я недооценил. Тут f5. Тоже король d3 я, видимо, недооцениваю. Ладно, сюда. Ой, как я неаккуратно встал под все удары. Ладно, король g6 пока держит. Ладья e3. Убил ладью. Очень мало времени. У черных позиция, конечно, выиграна, но у белых есть контр-игра. Быстрее уже создавать проходную и двигать ее вперед, просто не глядя.
разбираться с тонкостями времени нет, даже 2. Я в 4. Ладья f3. Так, сюда. Конь под боем. Ладья b2 грозит. Не так легко протолкнуть эту пешку, кстати. Ладья b2 просто. Так, ладья g4. И какой ужасный ход. Так тогда. Так. Ой. Ну да, опять сказывается проблема с тем, что нету времени на часах. Пытаюсь что-то сделать, но без добавления никаких шансов. Хорошо, что в турнире блогера будет добавление. Очень хорошая партия, но вот со временем, к сожалению, не могу я справиться. Конь f3, g3, слон g2, дипутрети, c4. Вылетел уже из 3200, но сейчас после этой партии надо вернуться. В крайнем случае закончу, наверное, запись и уже буду играть нормально. Ферзь b3. Да, обычный этот стандартный прием. Ферзь b6. d3. Ну, белые могут рассчитывать небольшой привет в данном случае за счет слабости этой пешки. Есть такая хорошая расстановка: конь c3, слон f4, a3, b4, конь b5. То есть белая фигура там очень удачно друг друга защищает. Вообще надо было на конь b5 играть сразу. Нет, тут у меня такого хода тут действительно. Попробую конь b5. Слон f4. Черненько есть сильный ход ладья a5, но его редко кто-нибудь делает. Ладья a5, конечно, пришлось играть конь d4. Но соперник все-таки знает этот ход. Ладно, конь d4. Так, тут b4 есть, b4 есть. Белых еще выбор. Можно вернуть. А, я, наверное, неправильно сыграл, потому что был ход конь c6, и он по-прежнему есть. И потом конь e5, и это как бы вилка. Такая довольно неожиданная. Почему бы и нет? e5, конь c6. Два слона, черных плохие фигуры. В общем, как и в предыдущей партии, абсолютно выигранно стою. Но живой комментарий, как обычно, практически наверняка будет накладывать свой неприятный отпечаток на эту партию. Е4 сыграю. Почему бы и нет? Хочу ЕД уже проломить. Король черных плохой. Слон f6, подумаю, как сыграть. Может, ладья c1 просто пойду. Может быть, Е5. Или может вообще ЕД пожертвую качество. Но это, конечно, вряд ли. Да, да я ожидалось. Хочу пойти e5, после чего все фигуры очень активны. Слон g2 очень хороший. Хотя, конечно, скрываю черного слона h7, но ничего не поделаешь. То есть всегда есть у любого хода свои плюсы, свои минусы. Ладья c1. e5 можно было пойти сразу, но не вижу. На самом деле причин спешить с этим. Слон g5. Оба слона чуть-чуть удачно конкретно в данную секунду расположены. Вообще-то мне кажется, что перс развития здесь должен. В общем, вот это вот откладывание хода e5 должно играть в пользу белых все-таки. Как это поточнее сделать, я не очень уверен. Ладно, ладья d1 не может быть совсем плохим ходом. Просто плохим может быть. Конь f6, конечно, ожидаю, я думаю, что это сильнейший ответ. Да, и вот тут вот ключевой момент. Но для блица проще просто эту пешку толкать. Слон e4, да, взяли. Опять. Не связывая со всеми этими осложнениями. Напомню, что у черного короля нет рокировки, надо, наверное, играть f5 как-то или f6. Да. Белые заведут ладью на d7. В общем, наверное, с точки зрения блица это оказалось правильное решение. Спрятаться за материал. Да, ну так просто лишняя ладья. Хорошая партия. 1-1. Всем спасибо за внимание.